Всем привет! А у нас сегодня новые покупки. Перешла я пока с Ливсиком на новый корм. Вот такой. На Престиж. Мне он очень даже понравился. Я его взяла на пробу. Птица его ест хорошо и, в принципе, довольно неплохой. Мы пробовали и другой, тоже хороший, но... Мне как-то немножко с ним не совсем повезло, поэтому пока будем есть этот мешок. А вот это качель. Ну, это понятно, Лисику качелька очередная погрызушка. А вот это клеточка. Эту клеточку я буду использовать для Томочки, чтобы выставлять его на пару часиков на балкон, на солнышко. Маленькая, да, и в принципе как переноска, если надо к врачу или куда-то свозить птицу. Маленькая, да, но я считаю, что на 2 часа позагорать на солнышке прекрасно, шикарно. Я очень довольна, так что теперь Томик будет изучать улицу, привыкать окончательно к шуму улицы и к солнечному свету. Так что вот такие мы сегодня с покупочками. Очень довольна. Сейчас качельку уже кипятком облила. Теперь будем Ливсику вешать в клетку и пробовать новый корм. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!